Праздник плуга. Так с древнетюркского переводится слово «сабантуй». Сабантуй празднуют после завершения полевых работ, когда для сельских жителей наступает небольшая передышка в летнем сезоне. В этом году Кунгурский и Ординский районы блестяще справились с посевной, поэтому гуляли на празднике от души. Между кунгуряками и ординцами большая дружба. На протяжении нескольких лет они проводят сабантуй поочередно. Год в одном районе, год в другом. Пообщаться в этот день, повстречаться с близкими людьми из соседних районов, гостями из Татарии и Башкирии, прибыло около 7 тысяч человек. Добрый дух праздника объединил людей разных национальностей и разной веры. Чувствовалось, все этому рады. Это сабантуй, знаете, так возвышается, это очень хорошо. Раньше же не так было, но меньше было. А сейчас по всему миру это же сабантуйка. Не нами это создано. Это создано с дедами, прадедами. Во время войны все равно собирались. Мы в этот день со всеми друзьями встречаемся. Из разных сел. Этот праздник приносит радость большую. Сближает все народы. Под звуки национальных мелодий гости отправились на скачки. Импровизированный ипподром разместился в чистом поле за бурьмой. Больше всех наездников представило село Усть-Турка. Зрители не разошлись, пока не финишировала последняя лошадь. А потом началось народное веселье, включая забавные игры. Наиболее любимым и самым популярным видом состязаний на сабантуях по-прежнему остается национальная борьба кэрэш. Испытывая друг друга в ловкости и силе, каждый из борцов пытается положить противника на лопатки. Стать настоящим батыром, заслужить уважение зрителей мечтают все участники. Более сильные батыры, значит, они пользовались популярностью в своей деревне, в своем районе, в своем городе. Издавна на сабантуе абсолютным победителем борьбы караш в качестве приза вручался баран. Это животное символизирует собой мужество, силу и бодрость. Абсолютный победитель определился задолго до конца соревнований. Переборов всех своих соперников, главный приз получил житель Перми Арис Гайсин. Он кандидат в мастера спорта по борьбе кэрэш. Арис признался, что баран у него уже третий по счету. Он их не коллекционирует, а всех пускает на шашлыки. Когда приедешь на сабантуй, уже все равно азарт, кровь играет. Вроде и не хочется бороться, но все равно выходит. Под занавес праздника Кунгурский район передал эстафету Ординскому. В следующем году гостей будет встречать одно из ординских сел – Малая Шап или Карьева. Юлия Долгова, Михаил Овсейчик, Пермский край.